Всем привет! Многие из вас спрашивают, откуда берутся колесики для кастома таких моделей, как Hot Wheels и остальных вилов, и остальных та же самая. Вот, в основном я заказываю на одном сайте, он как бы печатает в 3D принтере, вот, потому что вот, можете посмотреть на Lamborghini. Сделал заказик, вот. Выглядит довольно неплохо, хорошо, хорошее качество материал, вот, потому что у нас в городе очень тяжело достать все это. Выглядит он будет примерно вот так вот. На Lamborghini вот всем приложим, скажем, колесо, ну как оригинал, скажем. Довольно хорошо, очень даже суперски. Вот. Перед тем, как их изменить цвет и что-то еще с ними сделать, мы сначала их обрабатываем шлифовкой, потом наносим грунтом и красим, какой нам цвет нравится. Маленькие такие вот, скажем так, дуги вот эти вот маленькие можно аккуратненько провести либо маркером, либо карандашом, не карандашом, а кистью. Цветом, который вам, ну, скажем, понравился. Там белый, красный, желтый, зеленый, как вы хотите. Также они легко снимаются, деваются. Это, видите, резина, видите, даже видно протектор. Хорошо прорисован у него. И одевается. Вот раз. Снимать нужно аккуратно, потому что бывает, что спицы очень тонкие попадаются. Вот эти вот спицы здесь. Вот и один раз я сломал. Ну ничего. Приклеил, все обратно вставил, и все было хорошо. Вот, у меня сейчас на момент выходит Lamborghini. Осталось, грубо говоря, только ее покрасить, не, легкие недочеты сделать. И эти вот колесики, они пойдут сюда цветом, не скажу, какого будут, потому что они будут дорабатываться, переделываться, изменяться. Также я заказывал для других машин эту парня. Вот, то же самое, те же самые колесики. Они по факту одной и той же модели, скажем, вот такого вот образа. Модель одна и та же. Просто два комплекта заказал. Идеальнейшее качество, хорошее очень. Вы можете посмотреть протектора, если кому не интересно. Вот они, я заказывал для Subaru. Они будут стоять на Subaru. Вот. И также я попросил его изготовить мне спойлер для этого Subaru, то бишь вот это вот будет срезаться. Старый спойлер 60, здесь ставится новый, другой совсем. Вот. Он может также изготовить на заказ, если вам нужно 3D моделирование, либо вы можете сами отыскать, это есть на просторах интернета, либо сами жить. Либо ему заказать, он там сделает, и уже там вы по цене сами сойдете с ними. Вот. Вот так вот выглядит. Также у меня Nissan GTR будет меняться, и ему вот такие же колесики вставляются. Так же модели. Ну, единственное, что будет срезаться вот этот верхний, этот спойлер. А вставляться будет ему такой же, тот же самый изготовленный
прикольно использует. Он хрупкий на самом деле, потому что материал при 3D моделировании были выбраны очень тонкие грани, и из-за этого все такое вот хрупенькое, но выглядит очень красиво. Есть же также варианты с Алиэкспресса. Как вам сказать, с Алиэкспресса? Ну да, он того вроде ничего, красивенький, вроде хорошо смотрится, но что-то в нем отсутствует. В плане того, что здесь вот черная штука. Вот, можно и заказывать. Они там что-то в районе 600 рублей, что ли, стоит, если точно помню. Грубо говоря, таким вот образом тут выглядеть. Кому нравится, да, можете с Алиэкспресса заказать и не мучить голову себе. 600 рублей. Даже есть на eBay разные модели. От 600 до 1,5, до 2, до 3, до 4 тысяч. Все в зависимости от дизайна. Что нравится, то и будет. То и прикупите. Это я вот пробовал сам изготовить спойлер. Подручными средствами. Томиской 0,5 мм. Это пластик. Тяжеловастая, грубая работа, но ни о чем, скажем. Вот. Также вот я заказывал с Алиэкспресса. Один такой вот спойлер стоит что-то в районе 600 рублей. За один такой. Такой этого, может, такого этого парня может заказать вот спойлер за 300 рублей. То же самое печатано в 3D принтере. Ничем не отличается, быстрый срок. И получил очень отзывчивый парень, кстати. Вот. Кому нужно, я оставлю ссылку в описании. Вы перейдете по ней, подписывайтесь в группу его. Вот. И уже сами же окончательно решите. Пообщайтесь с ним, поинтересуйтесь. У него все. Также я рекомендую вам подписаться на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и следите за новым выходом Lamborghini Huracan в полном обмундировании, потому что он уже будет полностью перекрашен, будет все переделано в салоне, уже маленький трубки мира, выхлопная система уже стоит, все это будет тоже переделываться, и колеса другие будут стоять. Все, приятного. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. Всем, ждем вас.